Исторически сложилось, что на Руси звонарями всегда были мужчины. Они исполняли функции не только звонарей, но еще и алтарников. Времена меняются. Сегодня в качестве звонарей часто выступают женщины. Звонарь прекрасного пола есть в Ульяновске. Мария Константинова приехала в наш город 4 года назад вместе с мужем, священнослужителем Дмитрием. Они оба служат в Спасо-Вознесенском соборе города Ульяновска. Во время нашей встречи матушка Мария очень волновалась. Это было ее первое интервью. Она немного рассказала о своей необычной профессии. Звонарь, благодаря внутреннему чутью, чувству ритма, прекрасному знанию звукоряда и владению техникой исполнения на основе устава и молитвы, может через колокольный звон передать радость и спокойствие, глубокую скорбь и торжество церковного богослужения. Матушка Мария училась в Нижнем Новгороде у известного мастера колокольного звона Владимира Марьяновича Петровского, который ездит по стране и с благословения патриарха Алексия II возрождает звоны в храмах Русской Православной Церкви. Марии повезло, она успешно прошла курсы известного мастера. Полученные знания вкупе с творческими способностями и слухом помогли ей стать одним из звонарей главного собора Ульяновской области. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.